Нет. Без знания Бирбола реально выжить не получится. Почему? Потому что вы можете его не применять, но вы обязаны его знать. Потому что, ну, это типа как закрыться, вот так вот, глаза закрыть, сказать, что, о, нет, я не вижу, значит, этого нет. Но по факту, как бы, когда-нибудь, кто-нибудь вам обязательно сделает Бирбола, вы не будете знать, как от него защищаться, и вам прямо будет не очень хорошо. Соответственно, знать нужно, как минимум, для того, чтобы защититься. Вот. И надо понимать, что защита, да, это понятие растяжимое, да, кто-то говорит, что лучшая защита – это нападение, да, то есть, может быть, имеет смысл вообще не попадать в эти позиции, только человек забирает, там, условно говоря, Беларию, вы его ломаете, сразу проходите, да. Другой вариант, да, есть люди, которые отлично контрят беремболом, то есть они человеку специально дают начать беремболом, чтобы на ранней стадии сконтрить человека и забрать, например, его спину. То есть, как бы, оба варианта хороши, да, то есть вы либо хорошо защищаетесь, не даете человеку туда попасть, либо вы должны уже уметь полностью контрить. Ребят, покажу самую простую защиту. Не скажу, что это прям защита от берембола. Это предотвращение берембола на ранней стадии, до того, как оно началось. Что же ему нужно? Ему нужен хороший головой хук, хороший захват там, за пятку или за штанину, и он будет искать какой-то второй захват. Не знаю, это может быть воротник, пояс, даже рукава работают. Вот, там, ну, пояс обычно вот здесь, да, чтобы таз контролировать. Да. Но суть в чем? Концепт один. Он будет пытаться меня посадить. Вот, он хочет. Оп, видите, он уже ушел на бок. Вот это уже начало для меня плохой позиции. Соответственно, как только Женя берет головой, как только эта нога контролирует дистанцию и забирает второй захват, что я делаю? Я подсаживаюсь, срываю захват, убираю эту руку. Здесь сразу несколько вариантов. Вы либо голенью сдавливаете вниз, вот, перешагиваете, закрываете. Вот, смотрите, я голенью одной и второй зажал его голень, левой рукой придерживаю ногу. Сажусь низко, правой рукой забираю высоко лапел. Что это сейчас дает? У него здесь нету хука, потому что я его закатил на этот бок. Здесь я зажал ногу, она не рабочая. Ему очень тяжело куда-либо двинуться. Соответственно, на какое-то время, как минимум, я остановил его действие. Это первый вариант. И другой вариант, когда мы здесь, и я все-таки сорвал захват, да, что я могу сделать? Я могу здесь давить ногу, да, а здесь, если я просто вытяну вот так ногу, ему уже очень тяжело крутиться, потому что у него, ну, таз неправильно работает. Вот, я просто поднимаю его ногу вверх, по сути дела. Я могу за ним ходить очень легко, потому что он не может меня догнать. Ему не позволяет вот этот захват. Как только вот он, если он начнет крутиться, я в момент отпущу, оп, он меня может вот сюда подтолкнуть, и все, я куда-то дальше ушел. Примерно так.